Видеокурс «Стриттай. Неуязвимый уличник». Узнай, как оставаться нетронутым в уличной драке, убойную комбинацию, а также как работать лоу-киком на улице. Ссылка в описании под видео. Итак, следующая комбинация, она довольно-таки сложная в исполнении, но очень неожиданная и очень эффективная. Это фронт-кик и удар супермена. Как она исполняется? Ее лучше всего делать на челночке. То есть ты опять-таки отрабатываешь стойки с дистанции и на мешке. То есть вот эти три уровня наработки, а затем уже ты нарабатываешь ее с противником непосредственно. Как она делается? Изначально в стоечке тебе нужно сделать челночок, то есть отскочить. Затем на челночке ты сокращаешь дистанцию с фронт-киком. То есть сразу пробиваешь противнику цель в солнечное сплетение и оттолкнуть его на 1-2 шага от себя. И затем уже более сложный момент — это удар супермена. То есть твоя задача — прыгнуть в прыжке, показать колено, убирая колено, пробить правый прямой. То есть ты всем своим видом показываешь, что ты пробиваешь колено в корпус. Это заставляет, однозначно заставляет опустить руки, как-то испугаться, сделать оттяжку и чисто в голову уже тогда правый прямой. То есть как это выглядит со стойки? Чело, фронт-кик и супермен-панч. Как это отрабатывать с противником? Смотри. Итак, это делается от любого удара рукой, неважно, правой, левой, сбоку, прямо. То есть мы разрываем дистанцию на челноке, поэтому абсолютно неважно, с какой руки он работает. Заходим. Раз, руки. И в голову. Еще раз. Естественно, я удар не довожу до конца, да, противнику нос разбивать не хочется, но суть ты должен понять. То есть суть вот такая. Идет боковой щелок, сразу щелока с дальней ноги у меня заряжен. Я отталкиваю корпус и сразу, отталкиваясь на левой ноге, имитирую удар правым коленом. А сам бью правым прямым в голову. Очень хорошо и четко удар ложится. Еще раз, челночок. Раз, два, три. Вот это нарабатываю. Сначала с тенью на мешочке и уже потом с противником для чувства дистанции и движения рук. Да, или он так перекроется, или так, или сяк. Ты все равно должен правым прямым достать.